Около 2,5 миллиардов рублей будет выделено до 2015 года на переселение жителей Волгоградской области из аварийных домов. Эта программа реализуется Федеральным фондом содействия реформированию ЖКХ и правительством региона на условиях софинансирования. О том, что уже сделано в рамках данного проекта и что еще предстоит сделать, в материале Ольги Макаровой. В программе переселения из аварийного жилья Волгоградский регион участвует уже на протяжении 5 лет. Благодаря этому было расселено 250 непригодных для проживания домов. 6 тысяч жителей области переехали в новые квартиры. Еще около 1000 человек в данный момент буквально сидят на чемоданах и со дня на день ожидают переезда. А в течение 3 лет региону необходимо расселить практически столько же аварийных домов. До 2015 года перед всеми субъектами поставлена задача ликвидировать вот тот аварийный фонд, который признан аварийным по состоянию на 1 января 2012 года. Такого жилья на территории Волгоградской области 80 тысяч метров. Потребность в средствах на его расселение составляет 2,4 миллиарда рублей. Согласно требованиям федерального законодательства, 40% этих средств предоставит фонд содействия реформированию ЖКХ. 60% возьмут на себя региональные и местные власти. За 3 года, получается, нужно найти 1,4 миллиарда в областных бюджетах. В областном бюджете губернатором Сергеем Анатольевичем Баженовым было подписано соглашение с фондом. И эти условия приняты. Надо сказать, что одно из первых такое соглашение было подписано в Волгоградской области. Понимая значимость той задачи, которая стоит, обязательства приняты, и мы как бы начинаем их уже реализовывать. В план переселения на ближайшие 3 года будут включены жители аварийных домов Волжского, Камышина, Средней Ахтубы, а также Советского и Красноармейского районов Волгограда. В 2013 году на эти цели фонд содействия реформированию ЖКХ готов выделить 450 миллионов рублей. Еще порядка 200 миллионов профинансирует региональная казна. Необходимо отметить, что программы фонда в регионе действуют успешно. Именно поэтому годовой отчет Волгоградской области о реализации в регионе программ по переселению граждан из аварийного и ветхого жилья фондом был одобрен без замечаний. В то время как 42 субъектам Российской Федерации финансовая поддержка госкорпорации была приостановлена. Ольга Макарова, Александр Шишин, телекомпания «Ахтуба».